них специально дала шубарику. Дополнение. Да. Арина 86. Пойдем. Вот мы сейчас разговариваем с волонтерами. Во-первых, есть необходимость сегодня по поводу открытия второго центра. Потому что, ну, как бы мы ни хотели, но норма, которую выдают на 2 недели, она не очень большая, ее надо увеличивать, да, там 3 консервы, 2 тушенки и так далее. Если мы замкнем сегодня на 1 центр, то они просто физически, ну, мы его просто перегрузим, да. То есть есть смысл открывать 2-й центр, это первое, да, и 2-й, приятно слушать, что они говорят, в принципе, волонтеры есть, которые будут помогать. Потому что у нас задача сегодня очень подумать о том, чтобы мы открыли 2-й центр. Население в городе сколько еще? Значит, по реестрам, которые сегодня волонтеры обслуживают, да, значит, порядка 13 тысяч, это в городе. Плюс еще ближайшие поселки, ну, по разным данным, где-то порядка до 20 тысяч еще. Да, 20 тысяч нормально. Вот все благодаря вот открытию центра сегодня они начинают уже работать по поселкам. Это впервые, до этого не обслуживали никогда. Ну, сделать здесь как базовый центр, да, где постоянно находятся товары. Принимаются заявки, они их обсчитывают, формируют пакеты, потом приезжают волонтеры. Либо мы помогаем, либо они сами туда выводятся. И то же самое, в принципе, по городу. Мы еще не сверялись. Вот это, кстати, хорошая идея. То есть сейчас мы отработаем какое-то время. В общем, там ажиотаж, людей много, там по 250 человек отрабатываем сутки пока, да. Ну вот отработаем, а потом дальше будем уже с базой, наверное, сверяться, что там уже остался, живу, да. Может, лежачие какие-то, да. Лежачие, да. Ну, хотя сегодня у меня руководство было центра. В принципе, алгоритм следующий. Значит, сейчас они отработают тех, кто сам придет, да, потом вот базу попробуют поднять лежачих, да, а потом начнем отрабатывать эти поселки. То есть, ну, как бы, да. Да, ну топнули, вчера первый день как бы пошло. Да. И центр занятости у нас сегодня 3-й день работает. Есть? Да, да. Уважаемые друзья, сегодня в городе Северодонецке Всероссийская политическая партия «Единая Россия» открыла очередной гуманитарный центр, который будет снабжать не только продовольствием, но и моющими препаратами, средствами гигиены, детским питанием жителей города Северодонецка. Учитывая поручение секретаря Генерального совета Андрея Анатольевича Турчака о том, чтобы мы полностью могли обеспечить всех жителей города Северодонецка и других городов, которые сегодня находятся в трудной жизненной ситуации, только что принято решение по просьбе самих граждан, которые здесь проживают, открыть еще 2 гуманитарных центра в городе Северодонецке и также в тех населенных пунктах, которые находятся рядом с городом и в которых тоже необходима потребность гуманитарной помощи от нашей партии «Единая Россия». Поэтому в ближайшие несколько дней мы откроем гуманитарные центры еще в городе Кременное, в городе Рубежное, в Сватово и в тех городах, где главы и наши коллеги, депутаты Народного совета, члены партии «Единая Россия» сегодня проводят мониторинг ситуации. В течение 3 дней мы рассмотрим все предложения. По последним данным, до 15-20 июля мы откроем на территории Луганской Народной Республики еще 10-12 гуманитарных центров. Мы считаем, что, открывая эти центры дополнительные, мы выполним полностью задачу, которую поставило перед нами руководство, о том, чтобы обеспечить всех жителей Луганской Народной Республики, которые являются остро нуждающими, тех людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, тех людей, которые находятся сегодня в пунктах временного размещения, в первую очередь продовольствием. А следующий этап у нас – это обеспечение через гуманитарные центры детей школьными учебниками, рюкзаками, канцтоварами, для того, чтобы дети могли нормально 1 сентября прийти в школу. Но ситуация в каждом городе складывается по-разному, поэтому мы сегодня посещаем
каждый город, изучаем обстановку вместе с Визлавовой администрацией. Сегодня со мной находится здесь мой коллега Саблин Дмитрий Вадимович, который приехал из Донецка для того, чтобы посмотреть, как мы работаем. Мы изучаем его ситуацию и вот совместно находим тот механизм работы ГУМ-центров, которые полезны будут людям, которые принесут пользу каждому жителю Луганской Народной Республики. В принципе, каждый вырабатывает ту методику, которая... Пока справляемся с развозом адресным, как бы, это намного безопаснее. Поэтому дальше как будет прибывать народ, уже, наверное, и центров больше будет, наверное, будет уже... Ты знаешь, мы с Денисом Николаевичем договорились, что ты отрабатываешь здесь полностью весь механизм. Так точно. Ну, мне очень приятно посмотреть открытие гуманитарного центра помощи «Единой России» здесь, потому что мы тоже меняемся опытом. Я отвечаю за открытие центра как координатор Донецкой Народной Республики. У нас 25 центров открыто. И в любом случае такой приезд, мы всегда видим ту динамику, учимся друг у друга. Ну, понятно, что здесь только открылось, надо еще дорабатывать многие вещи. Но по большому счету центр, место замечательное, центр готов работать. И очень главное, что привлечены, вовлечены в основном все местные жители, которые для работы, для определения. Мы с этого тоже также начинали. В марте месяце в Мариуполе начинали первый центр открывать. Я не сомневаюсь, что этот центр будет важным таким центром для людей, не только для получения продуктов, для определения центра занятости, потом и сравнения и работы пенсионного фонда, и всех других фондов, и городских структур, потому что это важная помощь, которая идет. Поэтому хочу пожелать удачи, успехов и благодарность, конечно, волонтерам, которые здесь работают. И непосредственно своему, я считаю, другу Виктору Петровичу Водолазскому за открытие этого центра.